Приветствую! В этом видео лыжные гонки. Глава федерации Елена Вяльбы ответила, когда Александр Большунов уйдет в биатлон. Итак, к новостям. Все понимают. Ситуация в российском биатлоне близка к катастрофической. Для нас уже счастье зацепиться за медаль, а место в двадцатке, даже в тридцатке, воспринимается нормально. Когда такое было? Пока не помогают даже тренеры, пришедшие из лыжной сборной. Между тем, в лыжных гонках все более чем прилично. Наша женская и мужская команды имеют своих лидеров. 6 наших спортсменов-лыжников по итогам Кубка мира находятся в десятке сильнейших. У женской сборной Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева занимают соответственно 2-ю, 5-ю и 6-ю позиции. Биатлонисты такими результатами похвастать не могут. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльба не выдержала и ответила на вопрос журналистов о том, когда Александр Большунов перейдет в биатлон. По информации СМИ, многие фанаты и зрители этого хотят. Только вот судя по комментариям, все как раз наоборот. Елена Вяльба заявила, что Александр Большунов ни в какой биатлон не пойдет. По ее словам, есть, цитата, «некий Зайцев», который говорит, что если бы ему дали любого лыжника, то через 2 года он был бы олимпийским чемпионом в биатлоне. На что Вяльба резонно заметила, что она как президент Федерации лыжных гонок не имеет права и не хочет отдавать своих спортсменов. Напомню, что скоро стартует чемпионат России. Александр Большунов примет в нем участие. Правда, ранее его тренер Юрий Бородавко заявлял, что лыжник пробежит 3-4 старта. А сам Александр сказал, что будет бежать все 6 гонок. Также Большунов пошутил, что если бы была такая возможность, он бы пробежал и все этапы эстафеты. Пожелаем здоровья и удачи ему и всей сборной на предстоящем чемпионате.